Какой он? Идеальный парк. По мнению горожан, в нем обязательно должно быть много зелени, детские игровые площадки и зоны отдыха для родителей. Эти и другие предложения химчане внесли в бюллетени регионального голосования «Улучшаем парки Подмосковья вместе». С 1 по 4 июня каждый житель может поделиться своим мнением о работе любых территорий. Оставить комментарий можно через волонтеров, которые будут ежедневно дежурить в парках Подрезково, Экоберег и парке имени Льва Толстого. Проголосовать можно и онлайн с помощью портала «Добродел».